Меня зовут Берик Жаханов. Я являюсь режиссером киносериала «Пленники». Я Зульфия Байсакова, председатель правления объединения юридических лиц «Союз кризисных центров». Это реальная история о реальных девчонках, которые прожили такие моменты в жизни, и это все еще есть, это все еще актуально, и с этим надо бороться. И нужно помнить, что любое насилие, которое выстраивается в отношении вас, можно остановить и прервать этот круг насилия. Терпеть нет смысла. Им очень трудно вернуться обратно, вернуться такими же жизнерадостными девчонками с большими целями, амбициями. И это очень печально. Но никто не хочет попадать в рабство, и никто не хочет, конечно же, быть жертвой эксплуатации. И, на мой взгляд, вот как раз-таки эти обстоятельства и определяют и линию фильма, и нашу жизненную позицию по отношению к этому вопросу. Нужно иметь определенный круг лиц, которые должны знать, что вы перемещаетесь или переезжаете в тот или иной город. Вы идете на встречу с тем или иным человеком. То достаточно знать телефон 116-16, куда можно обратиться. Независимо, в какой части Казахстана вы находитесь, всегда можно получить поддержку.